Итак, всем привет, с вами снова я, Зазепа. И мы продолжаем играть в Assassin's Creed Хроники Китая. В прошлой серии мы бежали с горевшего порта. Там решили все нафиг спалить. Такая спидранерская серия получилась. Но зато собрали все бонусы, хорошо вообще прошли, я считаю. Могли бы, в принципе, и на золото, но тогда бы нам не получилось бы все собрать. Так, ну, стоим, постоим, идем дальше. Не понравилось. Сам ты, сука. А, на год разбежался. Отстань ты от меня. Здесь ты меня не достанешь. Как-то так. Как-то так. Пополним кинжальчики наши. А, у нас максимум 4, кстати. Это хорошо. Так, вот за этим вот. Нет, давай-ка, знаешь, что? Так вот. Что нам даст? А, матрас разложили. А, меня жадность замучит. Ради одного кинжала, ладно. Тоже полезно. Так, что у нас сверху? Сверху у нас молодой человек. Наверное, зря я ради одного. Что у нас тут? Никаких секретиков нету. Ладно. Так, давай, вылазь отсюда. Так. Рыночная площадь. Это чё за... Чувак с ракет-ланчером там стоит. Сестер и сожгли свечи на алтарях всего города в память о тех, кто это сделал. Здесь, походу, по старинной ассасинской тактике надо. Вообще идти с ним, с ними, синхронно. Давайте. Кто ничего не видит. Ну и замечательно. Что не видит. Золото. А что, вы думали, я в предыдущей части Assassin's Creed не играл? Вот так. Вот сейчас я чуть не затупил. Я думаю, кинжала сейчас пока ради одного пополнять не стоит. Мало ли. Я Джимбо. Тихо. Не-не-не, забудь об этом. Постоим здесь, отдохнем. Подумаем. Идем дальше. Соберем там вот этот ништячок. Да чё ж ты такой дерзкий-то стал? Фух, ну, ради этого стоило. Так, убери свой меч. Свиток. Свиток — это хорошо. Так считаю. Сам ты... Ого! Нифига себе он дамажит. Так, ну ладно, свиток мы подобрали. Нет, тебе надо как-то аккуратней, что ли. Как-то аккуратней.
Там Мадик там стоит своим ракет-ланчером. Так, ты ничего не видел. Забудь об этом. Ну ладно, пока сходим. Так, заходимся. Не-не-не-не-не, тебе показалось. Ну, постою, подожду уже, так и быть. Что уж там, да? Сейчас снять не получится. Сделать такую вот подлянку у меня вполне получится. Чуть было не вышел. Короче, как-то так это и работает. Тихо, не-не-не-не-не. На стенку пока не полезем. Боковую. А, потно. С каждым уровнем все потнее и потнее. Что делать? Ладно. Ах ты засранец! Фух. И опять с этого места. Серьезно. Меня сейчас забомбит же. Спокойно, мой юный ученик. Все будет тип-топ. Да пошел ты! Да иди ты в баню! Вообще спрятаться негде. Как-то в кустах, давай, блин. Давайте попробуем, знаете чё? Он, короче, подойдет сюда, мы сюда откинем. Че, иди сюда. Сюда иди. Блять, ну ты посмотрите на него. Прошел же это как-то. Потные, потные, потные вообще уровни. Кто их прошел с первой попытки, я не знаю. Так, вниз, скоренько, скоренько, быстренько, быстренько. Все равно сейчас запалит его. Так, значит, сейчас в эти ворота забиваем покрывало, я не знаю, ползем наверх, потому что снизу там вообще нам делать нечего. Ну иди сюда, посмотри. Бля. Вон, подойди сюда, проверь. Дади проверь.
Динди! Пошел в баню! Так. Эта попытка уже пятая. Четыре мы провалили. Так, ну это вот сейчас на скорость. Переждать тревогу. А как иначе? Здесь без тревоги никак вообще пройти. Или только его схватить, я не знаю, как-нибудь там по-быстрому. Это нереально. Хотя можно, если осторожно. Бля! Да нам кобздец. С контрольной точки, чтобы быстрее. Как это пройти? Сордите 5 свечей в память о павших братьях. Слушай, девочка, ты сюда убивать пришла? За каким-то определенным человеком, но ты хочешь сейчас поднять тревогу, я не знаю. Хотя, блин, тут трупы и так есть уже, свечи эти уже как. Можно особо внимания на них и не обращать. Помощь. Тебя запалил, говнюк. Сейчас подбежит сюда! Подбежит. Так, минус один. Минус, мать его, один. Что тут вообще не видит? Свалил отсюда. Меня бесишь. Так. Этим тяжелым нельзя как-то снять. Так, терпение. Терпение, мать его, терпение. Забудь об этом. Сходим сюда, возьмем. Ну, я, конечно, пройти это можно. Блин, сложно. Чё это? Свечку подожгли. Оки. Тут пробраться. Ты делаешься? Скажи, блин. Да ты издеваешься надо мной, наверное, да? Игра, что ты делаешь? Так, надо сесть поудобней. Ох! Вот так вот. А пошло оно все. Да ладно. Забудь об этом. Так. Двойная тревога. Ну. Я вас внимательно слушаю.
тот подойдет. Потом, когда он пойдет, побежим уже. Мне уже терять нечего. I regret nothing. Ёп. Ну хоть так. Как-то так. I regret nothing. Вы будете страдать у меня. Так же, как страдал я. Да хорош палить уже. Ты уйдешь отсюда вообще когда-нибудь? Умри. Умри, мать его, ублюдок. Так это мы не открыть не сможем. Ладно. Да куда ты кинжалы кидаешь? Здесь пополнить же вроде можем их, да? Пополнить можем. Хай будут. А, свечи надо опять запаливать, да? Ладушки, а ладушки. Не. Мать его, ублюдки, будете страдать у меня. Тишина. Зря я народ спугнул. Хотя я ж тут не был еще. Я что ли матрас-то сбивал? Чё это? Так, а ты у нас кто? У нас какой-то... Нет, у нас обычный. Просто самый обычный поц. Ладно. Допустим. Допустим, не сработало. Бронза. Бронза. Так, короче, блокируем. Так, да? Конечно, на лету. Как же еще? Так, ну я хотел сейчас еще назад вернуться. Вот соснять. Вы все достойны только смерти. Стопы. Что она сбилась? Матрас прям на голову. Берем кинжалы. Тихо. Этих у нас максимум. Забей. Просто забей. У людей пугать не стоит. Да куда ты? Ух.
Следовали. Забудь об этом! Теперь быстрые ноги, ничего не боятся. Не, все-таки боятся! А? Надо было блок сразу ставить, а я сразу бежать. Конечно, палкой такой, копалкой. Я Джимбо! Гуд! Теперь бежим отсюда. Просто... бежим. Чё он так далеко швыряет? Баган. Так, теперь убегаем отсюда просто нафиг. Пару раз ударили, убежали. Ударили, убежали. Если он хочет играть по-плохому, я буду по-плохому играть. Не-не-не-не-не-не-не. Просил же, что не. Ладно, потерпим. Потерпим, посидим. Подождем. Мы люди терпеливые. Тоже мне, понимаешь ли. А, так вот зачем тебя там поставили? Стражник. Так. Что ближе-то не дошел? Уж постараюсь. Да не, мне пройти надо, я тебя... обманул. Я ж тебе пидманул. Тро. Ты робишь. Что-то напрягся. А же он, по идее, здесь не спалит. Не спалит. Здесь не спалит. Слушай, как он стоит так. Ух-ух, головой. Давай. Подходи поближе. Просто бесишь. О. Нет человека, нет проблемы, да? Говорится. Так, а налево вообще никак, да? Право. Ты будешь прыгать, нет? Только вот так вот переползти. Сейчас издеваетесь надо мной явно. Да прыгай ты давай влево. О. Так. Чего? Ладно. Бронза. Вообще страх потеряли и совесть. Совести у вас нету. Я тут сижу, понимаешь ли, записываю, играю. Прохожу все это. Конечно, легко отправлять людей в патрули, когда сам сидишь в безопасности. Конечно, легко, блин, одного ассасина, блин. Стукарыл отправлять. Не знаю.
Вас пройти, а? Не ответишь, нет? В глаз. Золото. Ну, спасибо. Это еще что? Че? Ctrl плюс Shift. С пробел D. Ctrl плюс Shift плюс пробел D. Какое же дурацкое управление. Ладно. Забудь об этом. Ну, а здесь свои понятия. А, понятно. Давай, прыгай вниз. Печка. Ctrl Shift плюс пробел D. Как-то так, да? Забудь об этом. Пошли вы. Я бегу. Наплевать. Пропустил, видел, знаю. Фух, ну пойдем хотя бы свечку зажжем. Тоже полезное занятие. Хотя кто сказал, что все потеряно? Я такого лично не говорил. Какой-то еще лаз. О! Пойти достать, что ли? Достану, что ли? Айх. Хочется рисковать еще 10 раз перепроходить это место. Так. Так. Мечик. Поползли. К свечечку. В честь брата нашего павшего. Есть. И. Так прикольно говорит это. Гениально. Ножка тайминга, да? И сколько эта бочка весит? 3 тонны? Так, мы же вроде никого не убили. Ну, в смысле, там, из боссов. Ладно. Это мы так, типа, подбираемся к нему. Это очень тяжелый уровень получился. Ой, прирост энергии Хеликс. Получает, подбирая усиление. Ну, прикольная, кстати, тема. Перемещаться можно, но тут 110 кнопок зажать надо. Я клинок, что скрывается во тьме. Моя добыча Вейбинь. Я подхожусь к нему в тенях, мой удар будет молниеносным. Никто не остановит меня. А потом я убью твоего хозяина. Обязательно. Фух, ну я думаю, на этом серию можно закончить. Потная серия была, как в принципе и предыдущая. Что, спасибо, лайк поставьте обязательно за старание и подписочку мне, пожалуйста, оформите. С вами был Зазепа, всего хорошего и пока. А я пойду отдыхать.